уважаемая Айгуль, песни, которые вы слышите, я писал в молодости. Я был молодой, веселый, настроение было хорошее. Вот. И, возможно, эти песни получились. Не знаю, как вы, но ваши мамы и папы, эти песни должны быть знакомы. Привет, Эдуард Ханок. Ваш муж Радмир сказал, что он вас очень любит, я ему верю.